Здравствуйте, меня зовут Алина. В 2017 году я организовала Центр изучения иностранных языков. Идея бизнеса возникла во время моего нахождения в декретном отпуске по уходу за ребенком. На первом этапе мною была разработана авторская образовательная программа изучения английского и немецкого языков. В период с апреля по сентябрь 2017 года было арендовано подходящее помещение, получены разрешительные документы в государственных надзорных органах для осуществления образовательной деятельности, а также получения образовательной лицензии. На сегодняшний день в центре занимается 160 школьников. У меня небольшой трудовой коллектив в количестве 5 человек, молодых, креативных и целеустремленных педагогов. Основное отличие в системе преподавания иностранного языка от конкурентов, в том числе от репетиторов, заключается в комплексном, системном подходе, согласно авторской программе. И снова здравствуйте! Меня зовут Алина Коломеец, мне 28 лет и я из Магадана. Наша учебная программа позволяет вместить полный школьный курс английского и немецкого языков, 3 года непрерывного обучения, а также подготовить учащихся выпускных классов к сдаче экзамена всего за 1 учебный год. Кроме того, в этом году мы открыли группу изучения китайского языка для старших школьников. Таким образом, очевидный плюс для меня как предпринимателя и владельца бизнеса заключается в том, что каждый наш клиент приходит на длительный срок от года до 3 лет. Уже в первый учебный год мною было отмечено, что изучать иностранные языки стремятся не только обычные школьники, но и дети с особенностями психического развития. Тогда я приняла решение не создавать для них отдельные группы, а включать их в образовательный процесс наравне со всеми школьниками, благодаря методу инклюзивного обучения. При этом главной нашей задачей стало создание благоприятного микроклимата в классе, при котором ни один из наших учащихся не чувствовал бы себя белой вороной, чего успешно удалось достичь путем внедрения рейтинговой системы успеваемости наших учащихся, тем самым мотивируя каждого ребенка к постоянному самосовершенствованию. И прежде всего, главное правило – это быть не лучше кого-то, а прежде всего лучше самого себя из урока в урок, из месяца в месяц. Спустя 1,5 года с момента открытия центра я открыла дополнительное направление по изучению ментальной арифметики для всестороннего развития наших же учащихся. Данный курс основан на изучении техники счета на абакусе, а также освоении ментального счета. На протяжении 3 лет в нашем центре обучаются дети из социально незащищенных семей, которым на постоянной основе предоставляется скидка на обучение. А в этом году мы открыли социальную группу, где дети обучаются абсолютно бесплатно. А данное направление в деятельности планируем развивать и в будущем. Внедрение в образовательный процесс рейтинговой системы благотворно влияет на мотивацию наших учащихся и стремление осваивать новый материал, а также, что немаловажно, позволяет нашим родителям систематически отслеживать результаты своих детей. Наличие у нас официальной образовательной лицензии дает возможность родителям наших учеников получать ежегодный налоговый вычет за обучение. В апреле текущего года мы подаем документы в Фонд содействия развития предпринимательства Магаданской области для получения субсидий на разработку и создание собственной франшизы. А также в сентябре мы готовимся к открытию своего филиала в Хабаровске. Благодарю за внимание!